Так, ну вот парню вчера засадили прицеп по самые гланды. Сейчас приехали, будем драть его, посмотрим, что получится. Сейчас этот трос большой, давай я его попробую маленькой установкой подтянуть. Чего? Давай попробуем.
некому камеру доверить, так что не знаю, было там видно как, нет? Надо было снимать, как где в две тяги тащили. Ну а что я сделаю? Один тут что не сделаешь. Ну ладно, вытащили, слава богу. Сейчас я эти рулоны маленько подберу. Да и все. Как я тебе? Как котенка изложил. Самое главное что? Правильно, четко сформулировано руководство. Совершенно верно. А этот... О, ну Серега тоже самое сказал. Там задний херово рулон, но езжайте, я вставлю. Да, и передний более. Передний-то страшновато. Ладно. Ну, без особых напрягов. Ты бы еще не был, блядь, в куматозе, да? А в чем ты? Как обычно, короче, да? Думаешь? Вообще было бы вещь, да? С цепями. У нас снега нет, а мы цепи поставили. Так. О. Ага. Разворачивайся, езжай. Ну вот и воскресное видео у нас получилось маленько. Не знаю, что там сейчас посмотрю, что там будет по этому. Что засняло, что не засняло. Так что больше погрузка, наверное, чем набим.
чем телегу драли. Ну, ладно. Сейчас что-то обороты надо делать. Не скидывает на холостых ван. Температура 70, давление у нас троечка. Сейчас печечку включим. Ну, так уже тепло. Хоть у нас вот такие вон дыры, но...